Ой, какая прическа-то. Так, мы решили, что... Все, уже мы идем обратно. Всем привет, вы на канале Сельчанка. В Америке приехали мы в город Спаттенбург. А где же наши все? О, уже туда пошли. И сейчас вечер, поедем поужинаем. И я надеюсь, вы все знаете, куда. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Давид уже уехал, да? Так, я немножко, друзья, засниму китайский буфет, китайский ресторан. Или как? Крабы, раки. Вот я хочу себе вот этот кораблик такой. Для... На него выкладывают суши. Но здесь там лежат палочки, а так я видела в интернет, как делают суши, то и на свадьбах их выкладывают. Так, здесь вот каких сколько видов суши, роллы вкусненькие. Там сладости. Здесь идут сладости. Салатик, о, вот эту штучку возьму, осьминожки вкусные. И очень много людей. У нас так нет. Уже 8 вечера, а столько людей. Потому что, наверное, город побольше. Так, это, я так поняла, кабачки, цукини. Ой, какие шкражечки классненькие, нямки. Шкражечки возьму. Я сначала засниму, а затем пройдусь, возьму ребрышки. Вот эта рыба вкусная будет. Тоже возьму. Салмон красная. Здесь, там были раки холодные, а здесь горячие. Видите, с кукурузкой. Это куриное мясо, курица. Мои любимые креветки во льду. Очень люблю с лимоном. Да, видела, я видела. Вкусняшки. Рад, что бежать. Ну, сырую шкрашку не могу я съесть. Гена ест, я то нет. Так, здесь уже на салатик набирать себе, что хочешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Куриное мясо, вот крабы очень люблю, креветки горячие, куриное мясо, стейк такой, всякие пирожки, о, большой выбор. Так, я уже здесь проходила, вот еще одни крабы, видите, грибочки. Кальмары тоже эти люблю. И все свежее вот ставят, привозят, которые миски уже пустые. А здесь жарить можно. Вот приносишь туда, и он тебе жарит. Яйца сырые приносишь, он тебе пожарит. Лапша и всякое мясо. Но не под... нету надписи, чтобы... Ну, я так поняла, что это курица, а то другое может быть свинина. Креветки, мидии, цукини. Вот проросшая пшеничка. О, и там еще есть. Так красивенько здесь эти лампы. Все. Изюм. Всякие орешки, карамели, печеньки. Да, чистый, красивый ресторанчик. И большой выбор. Ух, сколько людей еще пришло. Много. Так что популярный. Раз люди идут, значит вкусно. Я хочу вот эту рыбку попробовать.
Он так будет подождать. Все, поужинали мы. Такое все вкусное. И креветок покушала с лимончиком во льду. В нашем городе, в нашем ресторанчике, вы знаете, какой у нас маленький, то у нас нет именно таких креветок во льду. Я не знаю почему. Они дороже или как. Осторожно, Давид. То очень вкусный. И всякие там кальмары, осьминоги. Вот такой ресторанчик. Буфет. А тепло, очень тепло. Да, с этой стороны нету балкона на улицу, видите? А вовнутрь, то есть балкон. Так тепло вечером. Все, теперь идем отдыхать. Как всякие птички поют. Ой, петрушка. Мята. Огород. Баночку выброшу.